Здравствуйте, мои дорогие! В большинстве стран Европы на Рождество готовят не индейку, не гуся, не поросенка, а карпа. Я взяла этот замечательный рецепт у своей соседки, которая приехала из Польши. Я, естественно, попробовала, как он на вкус, мне очень понравился. Я решила поделиться этим рецептом с вами. Мне понадобится карп, морковка, лук, яблоко, лимон, масло, перец, соль, майонез и грибочки. Ну и, конечно же, не забудьте хорошее настроение. Итак, начнем. Карпа я предварительно почистила, выпотрошила, вытащила жабры и просушила салфеткой. Сейчас я его присыплю солью. Внутри обязательно тоже присолить. Поворачиваем его. Перчиком присыпаем со всех сторон. И внутри тоже. И хорошенечко промассируем рыбку этими специями. Сбрызнем лимоном. Рыбку отставляем в сторону. Займусь начинкой для рыбы. Мелко порежу лук. Пока я нарезаю лук, хочу поблагодарить вас за отзывы о моих рецептах, которые тоже доводят меня до слез умиления. Натираю морковку. Грибочки нарезаем мелко. Пока я режу грибы, я начну поджаривать лук. В сковородочку наливаю масло и высыпаю лучок. Лук уже подзолотился, добавляю в сковородку грибы. Перемешиваю, жарю 5 минут и снимаю с огня. А еще нужно посолить и поперчить. На место, где были жабры, кладем тертую морковь. Переворачиваем и повторяем со второй стороны то же самое. Оставшуюся морковь высыпаем в фарш. Заполняем брюхо рыбы фаршем. Тонкими кружочками нарезаем яблоко. И выкладываем его на противень. Равномерно обмазываем майонезом рыбу. Выкладываем ее обмазанной стороной вниз на противень. Вторую сторону тоже обмазываем майонезом. Второе яблоко тоже нарезаем тонкими кружочками. И выкладываем поверх рыбы. И отправляем в разогретую духовку запекаться. Посмотрите, какая красота у меня получилась. Такое нарядное рождественское блюдо подаем к столу. Приятного вам аппетита и веселых праздников!